Футбол для Марии Черепановой – это не просто хобби, а дело жизни. Девушка увлечена спортом уже 7 лет, из них 4 года работает тренером. Признается, не все игры проходят гладко. Иногда возникают и спорные ситуации. Уладить их помогает арбитр. А чтобы лучше понимать вынесенные решения, игрокам и их наставникам нужно знать азы профессии, уверена Мария. У нас проходят судейские семинары как для тренерского штаба, так же и для детей. Это всегда интересно, потому что если дети будут готовы и, соответственно, подкованы в плане судейства, им будет проще и реагировать проще, и осознавать, что от них требует в определенный момент игры. В Самарском национальном исследовательском университете прошла презентация «Футбольный арбитр». Рассказать о специфике его работы и об особенностях судейства приехали специальные гости. Это Виталий Мешков. Он сегодня арбитр премьер-лиги. Также Ян Бобровский. Это человек, который окончил Академию Коноплева, был чемпионом Европы по футболу. Но потом он стал футбольным арбитром. Это как раз тот пример для всех наших сегодня ребят, которые здесь в этом зале собрались. Футбольный арбитр – это гарант справедливости и блюститель правил игры на футбольном поле. Его задача – не только провести матч на высоком профессиональном уровне, но и донести до игроков и болельщиков уважение к сопернику и самой игре. Поэтому здесь без определенных навыков не обойтись. В первую очередь стойкость – это стрессоустойчивость. И самое главное сейчас на первый план выходит физическая подготовка, потому что футбол ускоряется постоянно, игра развивается, игроки… И мяч ходит очень быстро по футбольному полю, следовательно, и футбольные арбитры должны продвигаться абсолютно так же. Будущих футбольных арбитров готовит Академия Российского футбольного союза. Все желающие могут бесплатно пройти обучение и освоить профессию. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.